Цягнік пам'яті зустрілі у грудні. Город над Нюманом став другим припиночним пунктом у маршруті патріотичного культурно-едукаційного проєкту, який вже другий год об'єднує молодь різних країн. Сьогодні за два тижні його удільники навідують півтора десятка городів Білорусі і Росії. Як зустрікали гостей у грудні і які уражені вже мають пасажири цягніка пам'яті, розкаже Вольга Борисєвич. У 8 годин раніцы на чыгуначны вакзал Гродна прыбыў незвычайны поезд. Ён адразу прыцягнуў увагу і сваім выглядам і пасажырамі. А гэта 200 школьнікаў з 4 краін, якія, прайшоўшы сур'ёзны адбор, адправіліся ў вялікае падарожжа па Беларусі і Расіі. Усе яны ўдзельнікі другога сезона міжнароднага патрыятычнага культурна-адукацыйнага праекта «Цягнік памяці». Год таму пасажырамі цягніка памяці былі школьнікі Беларусі і Расіі. Сёлета геаграфія пашырылася. Далучыліся юнакі і дзяўчаты з Арменіі і Кыргызстана. Змяніўся і маршрут. А вось што засталося нязменным, дык гэта кропка пачатку падарожжа. Старт быў дадзены ў Брэсцкай крэпасці, дзе рабяты прынялі ўдзел у мерапрыемствах, прымеркаваных да Дня ўсенароднай памяці ахвяр вялікай айчыннай вайны і генацыду беларускага народа. Перапоўненыя ўражаннямі, яны прыехалі ў Гродна па новае. Атмосфера очень хорошая, мы подружились, у меня тут уже много знакомых, мы уже были в Бресте, мне там все очень понравилось, особенно там представление Брестской крепости, это прям в душу проникло, я это запомню на всю жизнь и расскажу, конечно же, своим друзьям и родителям про это, чтобы вне поезда памяти я приехала и это увидела еще один раз, потому что это нужно увидеть еще один раз. Все супер, все очень хорошо сдружились, как бы уже не чувствуется границ государственных, мы все хотим увидеть те города, те события, которые были во время Великой Отечественной войны, ощутить то, что ощутили наши прадеды, и понять вообще, как все это было, и узнать именно истинно, как все происходило. Я очень рад, что смог поучаствовать в этом проекте. Я очень благодарен организаторам, а также своим учителям и родителям за моральную поддержку. Этот проект для меня очень многое значит. Благодаря ему я смог познакомиться со многими людьми из разных стран за каких-то всего три дня. Очень интересно послушать историю разных стран, как России, Армении, Кыргызстана. Вот. Ну, не чувствуется, как бы, что мы совершенно разные народы, как одни все. У Гродні удельников техника памяти сустракали урачисто и под гуки оркестра. У сваіх прамовах выступоўцы падкрэслівалі важнасць праекта і неабходнасць захавання памяці пра подзвіг, здзейснены ў 40-е савецкім народам і цану перамогі. Звярталі ўвагу на недапушчэнне перапісу гісторыі вялікай айчыннай. А зрабіць гэта можна будзе толькі тады, калі ведаць праўду. Гэту праўду пасажыры цягніка памяці ўбачаць на свае вочы ў час падарожжа. У іх маршруце шмат знакавых мест, сведак ваеннага ліхалецця і мужнасці салдат. Ростислав Сироцкий, Андрей Норик и Кирилл Облажевич были удельниками летошнего проекта «Тягник памяти». Подороже настолько их уразило, что и праз год эмоции не отпускают. Тому и пришли на чыгуначный вокзал, каб сустрэць сёлетних счастливчиков и дать им наказ на дорогу. А у души юнаки по-доброму позаздростили тым, кто сегодня мая билет на «Тягник памяти». Для нас этот проект не просто проект. Это наша семья, наш дом, наши родные люди. И мы здесь не просто так. Мы пришли вспомнить те былые времена, которые были в том году, и вспомнить те ощущения, которые сегодня приобретают ребята в нашем родном городе Гродно. Для меня поезд – это мой второй дом. Там я приобрел много многих друзей. Вообще вожатые с того года здесь остались некоторые. Много знакомых людей. Так это было приятно. Я когда шел, вот только поезд далеко увидел, у меня аж мурашки по коже прошли. У Гродні цягнік памяті затрымаўся толькі на 5 гадзін. Для горада з багатай гісторыяй і масай славутасці гэтага мала. Але ўдзельнікі праекта паспелі прагуляцца па гістарычным яго цэнтры і азнаёміцца з экспазіцыямі старога і новага замкаў. Не абышлося і без культурнай праграмы. У 13 гадзін цягнік памяці зноў адправіўся ў дарогу. Вечарам яго пасажыры зробяць прыпынак у Полацку. Пасля будзе яшчэ шмат гарадоў. 3 ліпеня цягнік сустрэнуць у Мінску. Завершыцца яго маршрут 6 ліпеня ў Маскве.